рассада гейхер и малахит украсит групповые и бордюрные посадки своими ажурными листьями, собранными в прикорневую розетку, и белыми цветками, собранными в метельчатое соцветие. Гейхера зимостойка и неприхотлива, не нуждается в обильных подкормках, сильном освещении. Чтобы вырастить рассаду самостоятельно, необходимо высеивать семена, смешанные с песком, в пропаренный грунт. Для успешного прорастания необходимо освещение и влажность. Гейхера малахит хорошо смотрится на берегу декоративного водоема в соседстве с бадааном, астельбой, примулой, лилейниками и другие. Гейхера гибридная малахит — это травянистые высотой от 20 до 25 см, диаметром от 30 до 35 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка белая. Весной листва по цвету зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.